Это детская часть аквапарка. Она не очень большая. На самом деле здесь детей не очень много, и я думаю, что этого вполне достаточно. Здесь как бы все стандартно. Вот такой детский душ. Такое ведерко переворачивается. Даже, по-моему, не вижу этих пушек водяных, из которых пострелять можно повеселиться. Ну, так, просто немножко для развлечения. Это для совсем маленьких детей. Как обычно, осьминог. Лежачки. С подушками, кстати, здесь. Немножко другие, не такие, как наверху. Так оригинально сделаны. То есть можно убрать подставку, просто положить подушку. Что-то ночью здесь, видимо, отдыхали. Еще не убрали. Так. Вот. И вот такие горки. Ну, это совсем для маленьких детей. Вполне достаточно. Вон там виднеется взрослая часть этого парка. Зато здесь все так прикрыто вот соснами. Здесь получается, вот именно в этом месте, практически в течение всего дня здесь тень. Солнце, получается, не попадет, только лишь небольшой промежуток. Вот. Конечно, запах от деревьев такой, и цветов, что даже не чувствуется особо. Ни хлорки там от бассейна, ничего такого. Парк поделен как бы на три части. Детская, вот это вот, ну, такая для детей чуть-чуть взрослее. И там наверху находятся горки, которые уже прикольно, интересно даже мне. Вот они включились, горочки для детей чуть побольше. Ну, здесь как две анаконды. И получается 5 таких простых спусков. Ну, ничего особенного, но маленьким, наверное, интересно. Не то, что вон та горка, 3 в одной. Вот взрослая часть аквапарка. Все утро пока закрыто, но хочу сразу сказать, что вот эта вот горка очень интересная и очень прикольная. Она не самая высокая. Самая высокая анаконда и лифт. На лифте я вчера прокатился. Вообще не страшно, да? Вообще не страшно, говорю, все катайтесь просто вообще.
раз и ты уже приземлился. На небесах. Раз и ты уже приземлился. Поэтому ничего страшного нету. Сейчас он откроется. Вот анаконда. Она самая высокая. Но кататься на ней чисто прогулка просто. Это зона взрослых горок. Это сюда приезжает анаконда. Это без кругов. И вот это самое прикольное. О, кто-то приехал вот как раз. И это самая прикольная горка, ну, на которой мы уже несколько раз катались. Самое интересное, здесь как бы три горки в одной. Здесь нет никаких мест для отдыха. Просто катаешься, катался, и все, свободен, пошел обратно на Infinity бассейн. Смотрите, пойдем мы сейчас еще пару разочков катнемся. Это подъем на горке. Кстати, прикольно сделано. Он такой довольно крутой. Ты поднимаешься наверх, и потом еще три этажа лестница. Если бы было сделано как бы только лестницы, конечно бы люди больше уставали, и было бы тяжелее подняться. А так все-таки попроще. Попроще, намного попроще. Может, ты будешь держать? Не, я буду рулить, потому что я руками поддерживаю там ногу. Нет, сходи. Сходи. Погнали. Держись. Ах. Вот и началось, блин. О! Так, поехали, давай, дубль два. Почему уже выключилось? Ну, давай второй раз попробуем. Пойди. Ой, надо толкать. Погнали еще раз. О! Вон как высоко!
тоже. О, да, там попадем. Не, не попадем задом. Классно. Вот это полет. Отличный. Вставаем. Давай, вставаем. Да, да. Давай. Погнали. Сейчас мы можем проспеть. Камера у меня в руках. Ай, ты толкнулся вперед, садишься. Yes. Что-то темно. Темно как-то. О, тепло. Опять на свет выехали. Да-да. Какая детская горочка-то. Как снег детская. Не для профи. Ой, вылетаем. Опа. А что там такое торчало? А, это банан. Я думал, что там такое торчит. А, это лицо. Ну, пошли. Пошли. Так, еще одна горочка. Вот сюда также приезжают две горки, ну даже три, на которых нужно ехать вот на таких матрасах на животе. Ну что-то никто не хочет так кататься. Не знаю, и мне тоже неохота. Мы любим кататься на двойном кругу. Вообще мало здесь появляется, только за все время видел, что один раз кто-то скатился. О, орут.